Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Punch Club. Ну что, у нас с вами впереди сейчас это подпольные бои. Давайте попробуем свои силы. Ну, по крайней мере, хотя бы заработаем 20-ку с вами. 1-11-6. Серьезный малый. Со своей ловкостью. Блок. Что, кстати, у тебя стоит? Есть навык активности, эффективность всех блоков противника снижается на 40%. Вот как. То есть блок, скорее всего, здесь не сработает. Может быть, тогда лучше поставить здесь уклонение. Все равно на 40% снижена эффективность блока. Смысл тогда его ставить? Здесь у нас что? Боксерский кросс. Из оборонительной стойки только. Из оборонительной. Энергии противника. Ну пусть пока постоит, посмотрим. А ногами ничего делать не будем. Можно, в принципе, кросс сделать. Вместо мощного апперкота. Энергия 8. О-хо-хо, 16 энергии тратится, офигеть. Круто. Ну, давай попробуем. Если получится, будет круто. Поехали. Первый раунд. Начал хорошо. Отлично, комбо хорошо провел. Давай, Рокки, давай. Все, сдох, Рокки. Три удара, смотри, промазал все. Сейчас ляжет. Сейчас ляжет. Смотри, сколько комбо-то провел, а. А Рокки мог бы хотя бы ударить, я не знаю. Вроде как бы провел комбинации хорошие в начале, и все, и... И устал. Ну, мог бы попасть сейчас, Рокки. Как ты считаешь? Вот, хорош. Ну, ты что делаешь? Не повезло, не повезло, не повезло. Не повезло, сейчас ляжет, блин. Ты чё, Рокки, ну дай ему хотя бы прописать разочек-то. У него жизни-то осталось всего лишь 37. А то потом у нас здоровья с тобой на толстяка не хватит. На, на. Хорошо так лёг. Мы, в принципе, в тот раз-то выносили вот этого, но у нас здоровья не хватало, блин. Да ты чё, три удара промазал, прикинь, вообще офигеть. Ловкий малый, вот он ловкий малый, серьезно. Да один удар, вот и все, победа, молодец. 108 жизней, ну не знаю. 108 против 176, что у него здесь стоит? Боксерский удар, ворот, блок. Давай пока, наверное, кросс мы с тобой уберем. Хотя посмотрим. Пусть будет первый раунд именно такой, а там дальше будет видно. Он просто у нас начинает-то хорошо. Ох, так как комбо-то попал, а. Отлично. Ай-яй-яй, больно, больно, больно. Рокки, давай, давай, Рокки, ну. Вынеси его. На, хорош. 28 против 27. Давай немножко энергии поэкономим с тобой. Хорош. Один разок, есть. Хо-хо, победа, 150 баксов наши. Ту-дун-ту-дун, 150 баксов. Это мы заработали с тобой, молодцы мы.
И у нас есть очки. Путь медведя, но я, конечно, бы хотел бы сейчас прокачать бы мышечную массу, но для этого требуется сила 13, которой у нас нифига нет. Так, это дополнительный урон против энергии. Давай попробуем прокачать утомитель. Хотя крепкий орешек тоже хорош. В нокдаун 30% запас энергии восстановит. Попробуем, в общем, утомитель сначала. А дальше видно будет. Ну что, Рокки, деньжат хватает. Давай в магазин. Все равно день кончится уже. По-любому у нас. Что там у нас в магазине творится? Заодно узнаем, что у нас в холодильнике есть. А у нас в холодильнике есть кусок мяса. Вот так пусть будет. Надо будет сначала отоспаться, набрать энергии, здоровье подправить. Проголодался, хорошо. Давай сюда. Еще поспи. А потом, наверное, пойдешь ты у нас потренируешься немного. Все, хорош. Давай, поджимайся. Потом пойдешь на беговую дорожечку. День-то заканчивается. Это плохо. Давай сюда. Есть хочешь? Ой, ты проглот. Ой, ты проглот. Ну давай, съешь кусок мяса. Давай сюда. На беговую. Оставшийся день проведешь на беговой. Да. 8-4. Сюда. Нам надо с вами заработать еще 250 баксов, чтобы можно было штангу купить и отжиматься. Все, хорош. Бой завтра, запись через 2 дня. Пока без записи, давай мы с тобой вот что сделаем. Мы попробуем сейчас. Стоп. Сначала домой. Съесть 2 куска мяса. Вот. Теперь сюда пешочком. И на прокачку. Давай на беговую еще разочек. Потом, наверное, пойдешь на колесо. Как раз бои завтра. Мы сейчас здесь с тобой прокачаемся хорошенько. У нас с тобой выносливость будет на 9. Ловкость сейчас на 5. Давай сюда. Надо, чтобы ловкость не упала. Пусть будет на 5. Вот, отлично, хорошо. Все, осталось это отлично. Сейчас будет груша. А потом будем прокачивать силу. Давай. Давай, давай, бей ее, бей эту грушу, бей. Устал. Давай прокачивай силу.
теперь сюда. Хорошо, 9-5-9. Нормально. Сюда пойдешь сейчас. Давай. Все, хорош. Хорош. А то сейчас день закончится. А нам надо с тобой в бой поучаствовать. 5-5-11. У него хорошая выносливость. Но мы с тобой что берем? Правильно, мы с тобой берем. Пусть у нас побыстрее выдохнется. Блин, энергия 21,5. Ну попробуй. Ой-ой-ой, больно, больно, Рокки. Давай, давай ему, врежь. Ой, как больно-то. Ну, врежь ты ему. Вот, отлично, 37, хорошо улетел. Еще раз, да ты что пропускаешь-то, Рокки, ну, вот, 41, хорошо, энергию потратил свою. Молодец. 198, в принципе, есть еще возможность хорошая. Положить его на лопатки во втором раунде. Есть. 198. Что за второй соперник у нас? 747. Силен, но не такой, как наш Рокки. И жизнь у него будет поменьше. Оставим пока утомитель. Пусть они быстрее тратят свою энергию. Нифига. Офигел, что ли? Ну, Рокки, нанеси ты ему удар-то. Смотри, три раза промазал все. Вот, отлично, вынес, хорош. Еще раз вынес, хорош. Хорошо действуем. Сейчас будет еще 150 баксов, я уверен. 57 комбо. А сейчас вынесешь его, будет вообще круто. Ха-ха-ха. Отлично. Еще 150 баксов. Что у нас тут по таблице вообще происходит? Ох ты. Мы с вами перешли на красную полосу, а здесь очень сильные соперники. Очень сильные. Запись когда будет? Завтра. Запись пока нам не надо. Мы с тобой пойдем сюда в бар. Ну, день закончится, я уже понял. Цветок, кстати, я так еще не нашел последний. Я уже не знаю, сколько у меня побед. Надо 5, по идее. А сколько у меня уже было, я даже не знаю. Да. Ну, врежь один раз. Один. Прикинь. Остался один уровень жизни, блин. А он его на второй раунд перенес. Ну ты даешь, Рокки. Бац, и все. Вот и все. Пожалуй, у нас больше нет достойных противников для тебя. Ты у нас теперь самый крутой. О, да. Я крутой. Цель достигнута. Да, ты сделал это. Ты победил 5 раз. Я же говорил, что ты сможешь. И, кстати, я по-настоящему начал тебя уважать. Взаимно. Я хочу попросить тебя об одолжении. Надеюсь, ты не откажешь. У меня есть брат-близнец. Он живет в трейлерном парке. У него возникли сложности с определенного рода с одним соседом. Было бы здорово, если бы ты ему помог. Встретиться с Майком в кемпинге, думаю, это хорошее место для любителей песиков. Да, без проблем. Кстати, может быть, там как раз и будет последний цветочек. Давай запишемся. У нас вторая текущая позиция. Прогуляемся сейчас пешочком.
Цветок есть? Цветок. Ну вот тут должен быть цветок, наверное, по-любому. Но я вот пока не наблюдаю ни одних цветков. Ну почему нет последнего цветка? Где он должен быть? Привет, твой брат попросил меня помочь тебе. Это здорово, ага. Меня Майки кличут. Ты встретил брата Тайлера. Он выглядит неплохим парнем, но все равно будь осторожен, имея дело с ним. Ну так в чем твоя проблема, помимо ужасного райончика? Да это все мой сосед Боба. Негодяй музло свое гоняет на всю громкость целый день. Я бы его поколотить, конечно, мог, но тяжелая у меня рука. Боюсь, пришибу. Ага. Ты уж потолкуй с ним. Ты выглядишь как мужик, которого он должен будет послушать. Чё? Научи Бобу уважать соседей. Громкая музыка может их очень сильно раздражать. Хорошо, я поговорю с Бобой. Ну, давай. Ну, круто, чё? У меня тогда для тебя гостинчик будет, как закончишь. Большой Боба, давайте попробуем ему отомстить. У нас первый раз в самом начале отфигачил своей дубинкой. Попробуем ему отомстить. Привет, это ты, Боба? Да, а ты кто такой? Ты встретил Бобу, и знаешь что? Я должен признать, я был неправ. Майки сказал мне, что ты мешаешь всем соседям своей громкой музыкой. Плевал я на Майки, а вот тебе не поздоровится, если не уберешь отсюда. Ясненько, у нас тут один толстый грубиян. Толстый грубиян. Ну, в принципе-то посильнее ты его будешь в этот раз. По-любому. А толст еще уворачивается, смотри как, а? Еще ни одного комбо. Вот, есть комбо, есть комбо. О, один раз ударил. Жиртрест, полежи. Награда 5.50. Ты должен вырубить свою музыку, это понятно? Да, но тогда я ничего не услышу. Мне нужен слуховой аппарат, я потерял свой месяц назад. Было бы круто, если бы ты нашел мне новый слуховой аппарат. Конечно, я помогу тебе. Найти слуховой аппарат Бобы. Ну, поспрашивай других, плохо слышащих. Может быть, у них есть запасной? Так, идем к Майке. Боба больше не будет шуметь. Ой, спасибо тебе большое. Как же тихо и спокойно стало вокруг. Но жить я здесь все равно не буду. Как договаривались, вот гостинец от меня. Это настоечка специальная, сам варю. Тебе в тренировках твоих подспорье будет. Спасибо. И что за тренировочка такая, что за эликсирчик? У меня, кстати, нет никакого инвентаря. Это какие-то характеристики. Перки все мои тут. Сильные руки, тактик. Ну и что в итоге? Цветка-то тут опять нету, блин. Вот по идее-то здесь должен появиться. Горшочек стоит, но нету цветочка. Жалко. Очень жалко. Куда отправимся-то? Наверное, надо будет отсыпаться. Немножко накопить энергии с вами. Хотя стоп. А нет, да, иди спи. Я понимаю, что выносливость у тебя упадет. Но ты сейчас поешь кусок мяса. Ух ты, травяная настойка, запах. Отвратительный вкус, еще хуже. Дает 50 энергии. То есть, если я устану... Вот это вот хорошая вещь. Мне почему-нибудь еще наподобие жрачки на халяву. Это было бы здорово. Давай сюда. Прокачиваем выносливость. Пока не устанешь. Потом сюда.
Сейчас тогда попробуем выпить это настоечки. Кусок мяса. И заработать деньжат. Может быть, тогда у нас хватит с вами возможности. Последний кусок мяса, ну да ладно. Купить еще один инструмент. Доставка пиццы. Надо два раза смотаться. Есть тридцатка, хорошо. Давай еще тридцаточку, и как раз у нас хватит с вами и на кусок мяса, и на инвентарь, и потом будем у себя дома уже прокачиваться. Все, хватит. Давай сюда. Купить тренажер. А, ну-ка, подожди. Спросить про слуховой аппарат. Привет, у тебя нет слухового аппарата? Есть, к сожалению, мой слух не так хорош, как мои бицепсы. Здорово, а лишнего у тебя нет? Я только что купил новый, так что можешь забрать старый, если хочешь. Вот это я хорошо заглянул. Жимовая скамья. Два куска мяса. А, два куска. Один всего лишь. Давай сюда. Я принес тебе слуховой аппарат. Ох, спасибо, Боба рад. Теперь, когда у Боба есть слуховой аппарат, он выглядит счастливым, как ребенок. Надеюсь, он наконец-то перестанет так орать. Ты неплохой парень. И вот поэтому ты мне и нужен. Будешь на меня работать? Деньги нормальные, поднимешь. Соглашайся. Почему бы и нет? Отлично, твоя работа будет собирать мою долю с местного бизнеса. О как. Теперь ты член банды Большого Боба. Можно я буду звать тебя Боба-младший? Ха, зови меня Боба-младший. Половина твоя. Каждые 3 дня приходи ко мне, я тебе буду адресочки давать, куда зайти. Можешь прямо сейчас и приступать. Да давай. Куда зайти? Время пришло. Хорошо, где мои инструменты? Офигеть, я при этом ничего не трачу, зарабатываю 100 баксов. 100 баксов! Ху-ху! Вот это вот шикардос, вот это я понимаю работа. Прошелся, не потратил ни здоровья, ни голода, ни энергии, ни настроения не потратилось. И заработал 100 баксов. 100, мать его, баксов. Да я сейчас пешком не пойду, я сейчас поеду на автобусе. Вот так вот. Выпью энергетика, съем пиццы, съем еще пиццы и пойду качаться. Сначала на беговую. Пока не устанем. Давай, отлично. Теперь жим. Бои сегодня. Отлично. Качаемся, качаемся. Бои сегодня. Сначала пойдем на уличный бой. Сейчас немножко ловкости поднимем, потом на выносливость пойдем. Давай сюда. Побегай, потом еще отжиматься пойдешь. У нас сейчас времени хватает.
Отлично. Все здорово. Жрать хочешь? Да, без проблем. Съешь кусок мяса и еще давай поработаем. Давай сюда. Ну. Все, хорош. Что у нас? Давай, наверное, сюда. 4-7-14. Вот это у него выносливость, а? Вот это у него выносливость. Ну, пока, наверное, так оставим, потому что свободные руки. О, а вот здесь как раз лучше ноги поставить. Вместо вот этого апперкота поставим ему лоу-кик. Вот у него что? Железный занавес. Поехали. Попробуем. Промазал-то. Во, нога хорошо пошла. Ну, у кого энергия быстрее закончится? Походу, у меня. Походу, у меня. На, улетел. На, улети. Да, противник серьезный здесь. Теперь здесь противники серьезные. У него не заканчивается энергия-то. Не заканчивается. На, получил. Комбо. Комбо. Ха-ха, улетел. Все в полете наш Рокки. Тогда пока на эти подпольные бои не идем, потому что там серьезные противники, надо прокачиваться серьезней. Главное, чтобы травму не получил. Вот если травму не получит, будет здорово. Если получит, то это фигово. На, получи. Ты как-то еще продержался 4 раунда, да ты че, Рокки? Все, улетел, лось. Главное, чтобы травмы не было. Блин, ну на тебе травма, пожалуйста. Еще и руки как раз задействованы, вообще шикарно. Ну а теперь сюда, тут без вариантов, блин. Ну да, конечно, победишь ты его. У него вон ловкость какая хорошая. Поехали. Комбо, хорошо пошел-то. Но опять у меня энергия заканчивается, Рокки. Быстрее, чем у него. Все, в полете. Ай-яй-яй, три комбо подряд. А ты так, Рокки, не умеешь. Ты вот так вот не умеешь, как он. Три комбо подряд-то. Давай, наверное, мы тебе ноги берем, поставим апперкотика. А здесь боксерский кросс. Попробуем вот так. Ну, сделай ты ему тройной, это в конце... Ой, лось. Точно, лось. Сразу слетел, да, с позиции-то у нас? На четвертой. Нет, записываться я не буду по-любому. Есть прокачка, но у нас нет пока возможности именно прокачать мышечную массу, поэтому будем прокачивать крепкий орешек. Чтобы можно было после нокдауна хотя бы 30% энергии восстановить. Здоровье фиговое, это плохо, Рокки. Давай за куском мяса. Ну. Отлично. И домой. Тоже пешком. Отсыпаться.
Надо восстанавливать здоровье. Хотя там кусок мяса еще есть. Надо поесть сейчас и прокачиваться. Нормально. Два куска съешь. И ты красавчик будешь. Теперь на дорожку. Тогда давай выжимай по максимуму. Надо прокачиваться, Рокки, блин. Серьезно. Серьезные противники пошли. Отлично, выносливость, так как хорошо прокачал. Молодец. Теперь давай жим. Ну да, из-за того, что руки качаются, поэтому сейчас из-за травмы непродуктивно получается. Но, по крайней мере, ты его сейчас не потерял. 9 уровень. По максимуму туда качайся. Да, жалко из-за травмы, блин. Вот лучше бы ноги бы. Выносливость не так бы хорошо пошла. Ну ладно. Руки, значит, руки. Давай сюда на ловкость. Тоже руки. Опять же руки. Где мне этот последний цветок искать, а? Я бы сейчас бы уже выполнил это задание, да и все. Но нет. Кстати, можно отдохнуть с нашим Роем. Почему бы и нет? Только не бухать в баре, а просто посидеть там пивка попить. О, белка, орех сперла. Все, проголодался. Ну давай тогда иди к Рою. Пешочком. Да, цветы найти не просто все, я с тобой согласен. Это будет здорово. Пушистика, мы еще не отомстили за смерть, но прошли вот целую полосу вот здесь. Это просто шикарно. А здесь что? Ну стань чемпионом лиги, блин, надо качаться. Кстати, надо еще победить Гейба, посмотреть, какие у него параметры у этого Гейба. Но сегодня мы с тобой отдохнем. Просто отдохнем с Роем. Посидим, подправим здоровье, немножко голод. Ну, как здоровье пошло, поперло. Хорошо. Что у нас здесь? Сегодня бой? Да нет. Я того по-любому не выиграю. Давай в холодильник за мясом. Давай сначала жим. Надо качаться. То, наверное, беговая пойдет, иначе у нас и выносливость снизится сразу. Давай, давай, Рокки, прокачивайся. Все, молодец. Теперь на беговую. Хорошо, сейчас день закончится и все упадет опять вниз. Ну точно. Запись сегодня нет. Простите, не хочу.
Сейчас жрать захочет. Ну, я же сказал. Ты такой, блин, проглот вообще, Рокки. Кстати, пошел последний день. Может быть, есть работка? Надо бы сейчас заглянуть к нашему другу Бобу. И заработать еще 100 баксов. Кусок мяса давай. Последний кусок мяса. Куда тебя? Давай сюда вот. Ловкость поднять. Плохо пошло, хорошо. День закончился. Ладно. Ловкость по максимуму. И потом нажим пойдешь. Давай сюда. Беговую бы, конечно, еще поднять бы. Ну, он у меня сейчас выдохнется просто. Жрать захочет. Давай, Мишка, побегай. Не хочет, зараза такая. Не хочет больше бегать. Давай. Работа есть? Цветок вырос? Нет, цветок не вырос. Время пришло. Хорошо, где мои инструменты? Тук-т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 ук. 100 баксов. При этом ничего не тратится. Здорово же. А еще можно? Подожди, пусть они заработают для нас немного денег. Ха-ха, хорошо. Хорош сегодня день. И все же еще ждут своих призов. Glittering Prize. А у тебя что? Проблема решена. Боба больше не будет шуметь. Ой, спасибо тебе большое. Как договаривались, вот гостиница от меня. Да ладно, еще что ли? Эта настоечка специальная, сам варю. Тебе в тренировках твоих подспорье будет. Спасибо. Я заработал еще что ли? Эликсирчика. Это будет здорово. Если у него будут постоянно просить этот эликсирчик. Мясо, 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 мясо. Вот так вот. Домой. Пешком. Да, точно, смотри, добавился эликсир. Круто. Беговая. Потом пойдет джим. Как раз и день закончится, блин. Очень быстро все заканчивается. В течение дня получается даже ни один параметр не поднялся. Ух, как упало-то все, а. Мощно. Давай, качай, качай, качай. Интересно, сейчас я отправлю, устанет он на этой беговой дорожке или нет? Ну, давай, давай, давай. Почти десяточка, почти. Давай лучше сюда. А, нет, есть десятка, кстати. Ну, хорошо, тогда давай, отжимайся. Десяточка есть у нас, здорово. Но в течение дня могу и потерять, блин. Эту десятку. Жрать хочешь? Что у нас здесь? Сегодня бой. Да нет.
Не хочу сегодня бой делать, потому что противники серьезные, я проиграю просто по-любому. Давай сюда еще разок. Пойдешь? Нет, не хочет. А, ты есть хочешь? Да без проблем, дружище. Вот тебе кусок мяса. Вот тебе травяная настоечка. И вперед. Жим. Чтобы до конца дня жим не потерять. Силу-то нашу, которую накачали, блин. А потеряется сейчас по-любому. Устал. Хорошо. Давай вот сюда вот. На ловкость. Нормально, нормально. Держимся, держимся. 10, 5, 9. Запись сегодня. Давай записываемся на бой. Интересно, а сейчас силу сможешь прокачать еще раз? Как бы день-то прошел, может быть, уже отдохнул? Да нет. Вроде как бы и качает, но не так много, как хотелось бы. Жрать хочешь? Блин, вот ты проглот, а? Серьезно, ты такой проглот! Мы сделаем вот так тебе. Кусок мяса и энергию. Давай сюда. Давай выносливо сейчас поднимем. О, как раз побегать можешь хорошо. Потом пойдешь отжиматься. Сейчас закончится, все потеряет. Завтра два боя. Завтра два боя, блин. Давай сюда. Надо прокачиваться, блин. Потому что там противники серьезные. А нам сейчас главное, самое первое дело, это победить в Лиге Новичков. Но я знаю, что для этого сделать нам. Заработаем 100 баксов. Купим 2 эликсира. Это выносливость и сила. А после чего уже можно и в бой. Давай сюда нажим. Сейчас бы выносливость бы еще прокачать. Выносливость было бы вообще круто. Если бы он смог это сделать, но походу он проголодается. Да. Он уже проголодался. Давай сюда посмотрим. Может быть, мы сейчас сможем заработать 100 баксов наших. Ну-ка, что скажешь, Бобик? Отлично, время пришло, он сказал. Сейчас заработаем 100 баксов. Пойдем к нашему докторишке. Молодец. Отлично. Доктор. А, доктор, я у тебя куплю эликсир силы. И я у тебя куплю выносливость. Хорошо. 10. А, подожди, а что-то одно, что ли, получается? Нельзя купить 2, да? То есть я купил-то 2, но в итоге я... Да уж. Что, бои сегодня? Это хорошо, что бои сегодня. Но мне надо кусок мяса. Апу, апу, дай кусок мясу. Хорошо. Теперь можно домой. Пешочком. Съесть кусок мяса, выпить энергии
идти сюда на прокачку силы и выносливости конкретно. И до окончания дня попробовать поучаствовать в двух боях сразу. Давай, 11, сделай, 11, сделай. Есть, молодец, красавчик. Давай сюда, на дорожку. Хорошо идешь, молодец. Будет здорово, если выносливость будет у тебя 12 вообще стоять. Это будет просто шикарно. Просто шикарно. Да, 12 будет. Молодец. Теперь давай сюда. Немножко поджимайся. И потом в бои. Все, проголодался. Ладно, дорогие друзья, в бои уже будем участвовать в следующих сериях. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Азар Бабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.